Итак, всем снова привет, друзья. Сегодня у меня небольшое объявление есть. Во-первых, по поводу ролика про обзор телефонов. На нем на данный момент 3 лайка, еще 2 и будет новое видео по этой теме. Но, друзья, еще одно заявление. Я не знаю, по какой причине, но YouTube заблокировал комментарии на этом самом ролике с телефоном Lexant. Я не знаю почему, но вот заблокировал. Ненавижу вот за это YouTube и вот это правило на YouTube. Поэтому, кто тоже со мной согласен, то обязательно ставьте лайк на этом видео. Итак, а мы сейчас пока играем в Brawl Stars. Так, и по поводу следующих роликов. Очевидно, скоро будет видео по моей любимой башенке в Майнкрафте. И если вы хотите как можно скорейшего выхода этого ролика, то давайте соберем на нашем ролике с телефонами 6 лайков. И как только будет 6 лайков на последнем ролике с телефонами, то бишь обзор Lexant LPH1 Mini, я снимаю новое крутое видео. Да. Поэтому вот мне все писали, что очень хотят этого. Поэтому давайте я... Конечно, если вы хотите, то... Я буду ждать ваших лайков. Да, и наверняка... Наверняка вы слышите, что у меня голос немножечко запинается. И это все потому, что... У меня сейчас большая громкость стоит. На этом, на моем Бравл Старсе. И поэтому я сам себя плохо слышу и могу нести чушь какую-то. Поэтому вы особо не обижайтесь на меня за это. А, да. Поэтому чем больше лайков, тем больше будет крутых роликов. И я буду ждать ваших лайков. Ну что ж, друзья, тогда всем спасибо за просмотр. И всем удачи, и всем пока-пока! Мы выиграли. Красота. Да, и на это видео тоже не забывайте ставить лайки, включать колокольчики и подписываться на канал. Ведь до 15 мая у нас должно быть 75 подписчиков, но мы немножко не укладываемся. Да, извиняюсь за вырезку наверху, просто я не хочу монтировать ролик. Да, поэтому вот за эти вырезки я не буду замазывать. Кстати, мне так до сих пор никто не выпал. Мне хочется посмотреть, какой у меня шанс. Так, а давайте посмотрим. Значит, здесь... Офигеть, какой шанс, мне ничего не выпадает. Поэтому ладно, не буду никакие вырезки убирать. Да, тупой геймбустер, что он теперь вот такой вот. Поэтому он показывает теперь все вырезки, которые мне приходят. Надо вот написать, что Samsung, чтобы этого не было больше. Поэтому что ж, друзья, и всем спасибо за просмотр, и всем удачи, всем пока-пока!